Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева. Смотрите сегодня в выпуске. Беспилотные аэротакси. Городской транспорт будущего тестируют в Китае и Японии. 100 км в час за 2 секунды. Илон Маск представил самый быстрый серийный автомобиль в мире. Беспилотный заправщик. Впервые автоматизированный летательный аппарат заправил самолет в воздухе. Об этом и не только в ближайшие минуты. В Китае разрабатывают беспилотное аэротакси. Недавно аппарат протестировали в одном из сельских районов Японии, где его запустили с небольшой полосы для сельхозавиации. Как передает издание VC.ru, аэротакси оснащено 8 электродвигателями и рассчитано на 2 пассажиров общей массой не более 260 кг. Аппарат может развивать скорость не более 130 км в час и совершать полеты продолжительностью всего 20 минут. Прежде чем такой вид транспорта внедрят в городскую систему, его испытают в малонаселенных районах. Например, в сельской местности с плохой дорожной инфраструктурой такой транспорт может стать хорошим подспорьем автомобилям. В ходе тестирования беспилотник планируется использовать для грузоперевозок. Китайский производитель уже готов к серийному выпуску таких аэротакси. В ближайшее время аппарат пройдет сертификацию, как минимум для регулярных полетов в Китае. Однако изобретением уже интересуются и в других странах Азии. Тем временем на другом конце света в Америке произошло еще одно важное событие для автоматизированной авиации. Впервые в мире при помощи беспилотника совершили дозаправку самолета в воздухе. Речь идет о летательном аппарате производства Boeing. Сложный маневр удалось совершить лишь после десятков испытаний. Наконец, беспилотному летательному аппарату удалось успешно заправить истребитель в воздухе реактивным топливом. До сих пор для таких целей использовали обычные пилотируемые истребители. Однако новая технология позволит освободить такую технику и пилотов для других более важных задач. Беспилотные дозаправщики планируют взять на вооружение ВВС США. Илон Маск представил самый быстрый серийный автомобиль в мире. Он развивает скорость более 320 км в час и может разогнаться до 100 км в час всего за пару секунд. Примечательно, что настолько мощный автомобиль является полностью электрическим. Он оснащен электрической установкой емкостью 1020 лошадиных сил. На одном заряде батареи электрокар проезжает более 600 км. Зачем же мы сделали такой быстрый автомобиль? Это сумасшедшая скорость. Мы считаем, что этот шаг очень важен для устойчивого развития зеленой энергетики. Для нас было важно показать, что электрические автомобили являются лучшими в мире. Как отметил Маск, эта модель быстрее любого спортивного авто и является самым быстрым серийным автомобилем в мире. В начале июня электрокар установил новый мировой рекорд в заезде на четверть мили. Дистанцию в 402 метра он преодолел за 9,2 секунды. Стоимость этого автомобиля составляет 130 тысяч долларов. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале Татарстан 24 и будете в курсе всего самого интересного. До свидания.